так как редакторы фестиваля побоялись ставить нам временные рамки, мы начинаем наш 6-часовой юмористический марафон. Здорово, Арисий! Хотелось бы рассмотреть трансцендентальное единство оперцепции, но не будем. Давайте лучше познакомимся. Это Максим. Максим, призер фестиваля. Иди сюда, мы ищем таланты. Это Александр. Самая любвеобильная часть нашей команды. Смотрите сами. В детстве Александра называли Вальтер Скотт. И это не потому, что он Вальтер. Макс, не будь как Формула-1. Че? Не гони. Слушай, Саня, я тут на днях собаку купил. Ну, нормально, чё, как назвал? Ди. Чё за тупое имя? Очень удобное имя, вот смотри, зову её. Ди, ди сюда, ди сюда. Понятно, а чё, как ты её выгуливаешь? Да тут ещё проще. Ди, ди, брат, ди, ди, брат, ди. Я узнал, что вчера двое из нашей команды подрались. Кстати, из-за чего? Так из-за бабы. А, это которая кричала «Браво, бис!» Она так-то не кричала, она Кристина. Макс, ты чё как маленький? Ты же в натуре шкет. Кто шкет? Я шкет? Ну а мы продолжаем. Слушай, Саня, ну хватит это. Ты же забыл сказать, какие жюри красавцы. Так это же подхалимство. Ну почему? Люди перед игрой подошли, попросили, надо исполнить. Красавцы. Говорят, что добро всегда побеждает зло. Но мы не верим в предрассудки и надеемся победить. Так мне это все надоело. Я ухожу из команды. Саня, ну куда ты пошел? Дверь там. Да ну тебе. Ну что ж, когда на сцене осталась самая перспективная часть нашей команды, я покажу вам человека с очень быстро сменяющимися эмоциями. Так, Максим! Мама? Мама, ты что здесь делаешь? Это ты что здесь делаешь? Мама, правильно говорить «ничего, а что?» Так, ты «ничего, а что?» Что здесь делаешь? Ну слушай, мама, ты что позоришь меня постоянно, так, мама? Так, Максим, ты поел? Мама, ну какой поел? Ну ты что вообще? Так, я тебя спрашиваю, где? Что? Я тебя спрашиваю, где? Что, где? Когда? Вопрос задает Анастасия Геннадьевна, мать Максима. Максим, ты поел? Ну слушай, мама, ну какой поел? Ну ты что? Ты посмотри на себя, как ты выглядишь? Что за спортивный костюм? Что за шапка на затылке? Убери! Извини, забыла, ты же весь в отца. Ну, мама... Так, ну-ка сядь. Я же говорю, весь в отца. Слушай, мама, ну мне, между прочим, 20 лет уже. И что? Твой отец 20 лет уже? Поел? Мама, ты вообще в курсе, что в этом году КВН 50 лет? 50 лет? Угу. КВН? Угу. Ну тогда поешь, а потом уже пусть... Ну, слушай, ну а теперь у нас мини... А? Ага. Это что такое? Нет, вы видели? Это что? Это что такое? Максим, нет, ты видел? Пальцем неприлично показывать. Нет, ты видел? Локтем тоже. Ты видел? Ну вот так бы сразу, чё. Ну а теперь у нас миниатюра на Екатеринбургском вокзале. Золото телефоны. Золото телефоны. Золото телефоны. Платина айфоны. Платина айфоны. Платина айфоны. Слушай, а есть 5-й айфон? Так он же еще не вышел. Надо? Мало кто знает, что первым на Луне был далеко не Нил Армстронг. Давайте посмотрим.
сетку мы не видел. Вот летит. Стоять! Итак, а фестиваль музыкальный, мы покажем вам наваальские переделки всех хитов. Поехали! Если было море мылом, все бы плакали, дельфины. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась я на. А если смотрит, я поддам ей леща. Младший лейтенант, мальчик с бородой, все хотят поддергать за бороду тебя. Он уехал прочь на ночной электричке. Ты скажи спасибо тёще истеричке. И из пруда слышу мамин я голос, значит, моя мама аквалангист. Ксюша, Ксюша, Ксюша. А по паспорту Андрюша. Пусть бегут неуклюже кривоногие люди. Раскудрявый, значит, видимо, еврей. Кто не ученый, не поэт. Кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет. Скажите, как его зовут? Буш. Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Но ведь мы с тобой танцоры. Ах, какая женщина, какая женщина. Какая женщина, ты вот покажи. О, ничего. Говорят, не повезет, если черный кот вас насмерть загрызет. И вы там наверху, ну не топчите, как слоны. И вы там внизу, ну мы не можем, мы слоны. Ну и в конце, естественно, хотелось бы сказать отдельное спасибо жюри. Ну куда вы бежите? Ну, двери все заперты. Спасибо. Спасибо вам, и вам. Спасибо большое. Ну а теперь...